Сегодня состоялось награждение участников общероссийской акции «Мы вместе». В числе награждаемых – активисты ОНФ, волонтеры и журналисты. Акция взаимопомощи стартовала в марте. За весь период работы в ее рамках удалось оказать помощь нескольким тысячам жителей республики. В основном это продуктовые наборы малоимущим и СИЗы для медучреждений. В благотворительной акции приняли участие 10 бизнес-сообществ, 28 общественных организаций и 3000 волонтеров. Сегодня наградили 47 отличившихся волонтеров. Для каждого из них это был бесценный опыт. Я работала в красной зоне, получается, в самый пик в начале мая. Больных было очень много, первое время было очень жутко даже заходить туда. Главная такая сложность заключалась в работе именно в СИЗах, потому что дышать было невозможно. Очки очень сильно потели, ему, можно сказать, просто на ощупь ставили и капельницы, и инъекции все. Слова благодарности, грамоту и памятную медаль «Мы вместе» от имени президента получили и сотрудники телеканала ННТ. В период распространения инфекции корреспонденты новостной службы активно вели работу по освещению акции. Новости – это всегда работа командная, коллективная. И если бы не каждое звено этой информационной цепи телеканала ННТ, наверное, не удалось бы так информативно поддержать акцию «Мы вместе». Нам очень приятно, что Общероссийский народный фронт оценил наш труд по достоинству. Акция «Мы вместе» – это на самом деле уникальный проект, который помогает не просто нуждающимся, а именно несет, наверное, какое-то добро и веру в человечество, которую так не хватает нам порой всем. Для многих акция стала не только материальной поддержкой, но и зарядом неподдельного чувства единства. Именно поэтому в Дагестане на базе Дагестанского государственного медицинского университета открыт волонтерский клуб «Мы вместе», в котором участники продолжат деятельность по оказанию помощи. Период пандемии он убедительно показал, что волонтерское движение в Дагестане есть, она умеет взаимодействовать с органами власти, с бизнес-сообществом и помогать нашим землякам, дагестанцам. Однозначно эта акция показала намного, для огромного количества дала намного больше, чем материальная помощь. Она дала нам чувство веры, добро, в дружбу, чувство веры в взаимопомощь. И я убежден, что именно благодаря этой акции мы одержали победу.